Всем привет, с вами Илья. Я сегодня собрал космодром. Тут есть ракета, тут есть спутник, машина, которая подвозит космонавта, пункт управления, вот пункт управления, лифт, вот. Ракету можно закрепить. Вот. С помощью вот этих. А теперь посмотрим, как она выглядит в игре. Еще тут есть бак с топливом. Он с помощью вот этой открывается. Ракета полностью заправилась топливом. Из командного пункта подается сигнал отчета. 3, 2, 1, 0. Пуск. Вместо космонавта можно отправить в космос спутник. Сегодня я вам показал набор. Он мне очень понравился. Всем спасибо за просмотр. С вами был Илья. Пока.